Стресс называют болезнью 21 века. Ну, я думаю, что и 20-го, и 19-го то же самое также говорили. Поэтому придумывали какие-то средства антистрессовые, какие-то, не знаю, игрушки. Вот. Сегодня хочу вам показать вот такой вот посох, называют его, шум дождя. Вот, значит, сделан в Индонезии, расписан вот так вот, очень кропотливо. Точечная такая вот традиционная роспись, дельфины, какие-то цветы необыкновенные. Вот на других, я вам просто покажу несколько вариантов. Тут есть вот ящерица, тоже очень красивая роспись, очень яркая, очень кропотливая работа. Здесь вот черепаха морская, лагерхед называют их, по-моему. Значит, вот так это все звучит. Значит, вот такая вот, скажем, достаточно продолжительное время вот это вот ссыпание, значит, такого звука обусловлено тем, что в наполнении вот этих вот посохов используются семена различных растений, от мелких до крупных каких-то там семян, которые, соответственно, имеют свойство по-разному ссыпаться как-то вот по очереди. Там еще вот эти вот, ну вот можно посмотреть, здесь вот такие вот вбиты колышки, что образуют такие особые перегородки, такие вот ступенчатые, вот, которые препятствуют быстрому ссыпанию этих семян. Вот. Поэтому вот если переворачивать, ну вот. Напоминающий, конечно, чем-то звук шум дождя, наверное, спорить не будем. Вот. Но, тем не менее, звук такой успокаивающий, такой вот медитативный, может, даже где-то. Есть сделан этот посох из бамбука. Вот перегородки там, как я понял, убрали. Сделали вот эти вот перегородки в виде колышков таких вот деревянных внутри. И здесь вот закрыто ротангом, я так понял, есть такая вот петелька, можно повесить эту вещь в качестве украшения где-то в интерьере. Я тоже думаю, очень экзотично будет смотреться. Спасибо.